Всех приветствую на канале в Тамбовской области, в Староюльском районе. А значит, вы у Галюни деревни. Вот день не снимала, не разговаривала, даже не знаю, как начинать видео. Михаил закуривает. Нельзя показывать, курить и пить. Да ладно, курить и пить нельзя показывать. Так, ну все, пройдемся по моему саду. Правильно вы говорите. Если не Михаил, я бы такую красоту не навела. А ведь он и подставки какие сделал. Можно я его сегодня похвалю? Сегодня, наверное, град пойдет. Да. Сегодня боголюбимый праздник. Отпразднуем сейчас. Сегодня моей сестре день рождения, самой старшей. Распустились новые лилии.
Ну что, трое из ларца. Телят тут уже такую траву не жрут. С колосями, наверное. Я поняла, думаю, что-то они ее не жрут. Она колется. Сразу-то она была молоденькая. Они жрали, а сейчас все. Теперь надо косить ее на солому. Поросятам на подстилку. Вообще. Да там немножко осталось. Ну, не жрут они ее. Да, так, сейчас, дайте я напою. Давай сейчас налью. Ты ехал мне. Да дай сюда ведро-то. Булавные. А этим вчера кое-каким обрезал крылышки. Они перепрыгивают и носятся везде. Я вообще и не одна, не две, а штучек пять, наверное, точно. Вот вчера ловила крылышки, обрезала. Сегодня сидят на месте. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Стал картошечком, фуражом добавлять. Да я уже давно не варю картошку. И те вроде подрастают. Цыпа, 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 цыпа. Ну, вот колоски любят. Не будут телятам давать, будем таскать колоски. Персик, ты мой хороший. Ты наш красолов. Молодец. Сейчас утяняток посмотрим с вами. Она такая утка бешеная. Начинай к ней, она прям это злится. Вода у них стоит, корм. Утя, 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 утя. Психует. Добрынь, ба, давай возьмем. Гера нас злит, ну ее. А то вору. Клюнить больно. Начинается жара. Да, ну и утром уже жарко. Сейчас посмотрим, сколько градусов. 39. Маша вчера клубнику последнюю добрала. Ну там еще уж есть. Ну просто не очень. Ну. Она такая мелкая. Но очень-очень сладкая. Мы решили вареньц еще сварить. Вчера раз прокатили. Сейчас еще. Самый старший сестре день рождения. Вот у меня три сестры и брат. И вы представляете, вот день рождения начинается 1-го, 5-го, 10-го и 21-го. И у папки был 19-го день рождения. Июля у всех. Пожалуйста, проходите. Все стесняются, боятся камеры. Одна гальки варить. Ванюш мы вчера проводили в Москве. Что сюда не ехали 7 часов, что отсюда он добирался 7 часов. Везде пробки. Все едут и туда, и обратно. Куда? Должно влезть, ты что? Да. Это была большая стоит. Большая. А, ты большой? Ну и тогда не ставь. Еще это. Смотри, как открывается. Вот здесь вот. Раз. Еще. Как он делается? Что, купай? С бананом. Вот, Маша, вот так вот что, купай с бананом. Такой еще ни разу не пробуешь. Какой? Такой.
стал работать. Обычно вкусно. Обычный вкус? Да. Побольше надо икры такой есть. Мы с тобой поедем куда-нибудь? А, ты, я думал, ты у меня. А с тобой? Ну, куда вы, туда и я. Вот сколько мы икры закрыли. Раньше в ведрах варенье ставили, а теперь вот в таких баночках будем. Да красота, правда? Тогда стал раз, два, три чайку попил, и хорошо. Ни в холодильнике ни день стоять, вообще здорово. Так что ешь вот такую икры побольше. И... Она вкусная. Да очень вкусная. И будем варенье в нее закрывать. Мне нравится, что не надо ни банки, ни крышки покупать. Да не то, что... Мне вообще понравилось. Вот достала, три раза чайку попила, помыл баночкой, все. Ну, ничего, было хранить. Вообще красота. Здорово. Так что, дорогие мои, с нас пример берите. Мы вам... Мы плохому вас не научим. Лайфхак. Как это говорится? Лайфхак. Лайфхак. А я думаю, лайфхак. Так и сейчас слова, блин, не выговоришь, нифига. Забрать, набросали вот. Мы еще бомжур сейчас будем есть. Десерт. Десерт. Тоже такой ни разу не ели. Нет, ой, какой ароматный. А ну. А. Ой, правда. Да, я такой, вот с грушей я ни разу не пробовала. Да с таким, с чайком. Да с такими сладостями. Маша чуть все мелкое. Сама мелкая, кружки мелкие. Кружка мелкая, банки мелкие, все мелкое. Вкусно. Понюхала? Ты лохматая? Не. Если тебе Люб сказал, что ты наша красавица. Нет, мы уже бомжур едим. Мам, бонжур. Я бомжур. Вы посмотрите у нашего господина, что случилось вчерашний день. Покажи глаз свой. Видели синяк? Это хорошо не при мне случилось. Мать ему синяк вчера сделала. Залепила. Мам, на нее козел прыгал. У меня теперь синяк. Вот здесь. А ну да, покажем. Вот здесь синяк. Здесь будет, вот. Гляньте. Пошла вчера к куме, к соседке. Меня козел оприходовал. Козел, да мелкий, да, он у них. Как начал на нее сигакать, она от нее вон за ней. А Добрынь попал этой штукой. Игрались в чё? В чё? Как это называется-то? Бумеранг. Бумеранг, видите, он возвращается. А у него возвращаться нифига. Правда, он первый раз вот за сколько вот был, первый раз вот так зарыдал вчера, что больно ему стало. Ну ничего, да, Добрынчик? Я вообще не рыдал. Не рыдал вчера разве? Я слышу. Речь потерял. А, он даже говорит, я все забыл, все слова забыл. Ну ничего, все нормально обошлось. У нас включен Маруся. Маруся! Видите, как она нас слушает? Перестань пока. Я сейчас кое-что покажу. Это я. Что поделаем? Да пока ничего не поделаем. Подожди, я сейчас расскажу своим подписчикам, что я принесла. Ты слышишь? Ладно, буду ждать. Что мне еще остается? Дорогие мои, вы слышите, как Маруся с нами разговаривает? Маруся, стоп! Хотел за картошкой в погреб лезть, а потом говорю, пойду к окну. Один кусочек выдернул. Там мелочка, конечно, дофигища. Ну, вот она такая. О, класс. Да, а это вот такие. И вот эту картошку я сажал руками. В то же время, когда и трактором. Вот, и морковку выдернула. Вот, видите, какая. На суп нам хватит, правда, Маша? Да. Ну и все.
Спасибо. Супчик добрый, не дие. Сейчас покушаем. Мужчина уже Маруся. Что это она? Она подумала, что сказали. Может быть, у нее это спросить? Продолжай, Марусь. Вкусно. Не надо умолять никого, не просить. Сел в машину и еду. Нет, не я за рулем, а Марусь моя. За ваш день любой каприз. Шучу, а то не так подумайте. То есть ты себе ни в чем не отказывай. Скажи мне. Коньячку вот себе купи хорошего, чтобы не было аллергии. Маникюр, педикюр сделать. Да, и говорите, что прическу себе сделала, а то какая-то полубелая. Ой, зять, спасибо тебе большое. Я тебя люблю, я обожаю. Так что едем. Как не съездить? Вы чего? За такие деньги, да не шикану. Сейчас в этот зайдем. Это, как ее? Таверну. Да, в таверну, да. Роллов поедим. О, это хорошее. Роллы надо в этом, в Первомайск заказываем. Там вкусные. А он узнал, что у тещи денег нет, что теща вся в долгах, как в шелках. И он говорит, блин, да ты чего? На! И не отказывай. Гляжу сегодня на карточке деньги. Я говорю, от кого же? От заходяева Кирилла. Молодец. Дай бог ему здоровья. Так, ну а мы все честной компании. Тут Михаил с собой не взяли. Он дома остался. Как он меня оставляет, так и я его оставлю на сегодня. Едем в район по делам. Фикс прайс нам срочно надо. Потому что сейчас друг заходил и говорит, ты что, розы не подвязываешь? Я говорю, нечем подвязывать. Едем, купимся. Он зашел и говорит, Валька, давно я у тебя не был, но у тебя такая красота. Валька, 3 миллиона я тебе дал денег за это, за такую красоту. Я говорю, ну спасибо тебе, давай, говорю, 3 миллиона. Где же я тебя взял? Так что моей красотой все любуются. Я сама не налюбуюсь ей. А вообще сказать, знаешь что? Что вот у добрых людей так и так вот все растет и цветет. Вот. Так вот. Да, вот такая нам штука нужна. А эти надо? Такие есть. Вообще возьми, Маш. Оно не 79 рублей. Это ничего не надо. А с липучкой. Не, это очень хороший пакет для замораживания. А это вот что это такое, Маш? Это для выпечки коврики. А, коврики. Это не тонкие, да? А, тоненькие. А это что это такое? Подставка для столовых приборов. Они сейчас не расставят? Как ты думаешь? Ой. Что только нету, да? А это вот такие трубочки хрустящие. Таких вот не было. А ты что себе взял, Добрынь? Это сгущенным, о, сгущенным молоком, Маш. Пойдем, скажу, что я взял. Да. А. Что тут? Палки очень вкусные. Да? Да. Ну, возьми. Я его взял уже. Одну? Да. А мне? А? Мамка сказала, не расставить, на, положи. Одну со мной поделись. Маш, а давай кофе возьмем.
Да, кофе я смотрела. Вот. Такой. По карте 219 рублей. Одинаково. Ага. А, вот мы поменяем как раз. Возьмем. Возьмем? Конечно. Взять, если прислал деньги, то что не взять нам попить? Да сейчас с пуэрчиком вообще, да? Прикольно. Шляп померить. Ого, какие шляпы. Мам, мини вентилятор. Я поняла, да? Тебе под цвет платья? Ой, Маш, тебе так здорово. И розовое нужно. Да нет, я не... мне не идут такие. А ну вот этот шляп, Маш, вот эту зеленую, эту. Вот эту. Нет, надо вот эту. Какую? С бантом? Конечно. Тебе вот хорошо. Вот такой цвет? Да, вот такой под платье возьми. Вот светленький. Как под платье? Другие. Вот этот под платье. Подожди, вот такой под платье. Темный какой-то. А, ну тут она и темная. Вот розовая мне нужна. Вот, точно. Помочь тебе? Нет. Вот этот хороший. А ну. Ой, Маш, тебе показать, как это красиво? Смотри. Ну, не зря я хотела. Ну, все, возьму. Возьмешь? Конечно. А ты... вот это тебе еще померить? А мне дай. На мала. Мала тебе? Маленькая она, а детская. Написано детская. У меня детская. Да я что-нибудь померю. Ну, ты выключи и померь. Столько. Под платье идет, но она тебе велика, что ли? Ага. Да, там она сзади делает. А, ну так хорошо. Как там? Ага. А шляп тоже снимал? Не-а. Ну как, няма? Ну хорошо. А зеленый цвет почему? Он не зеленый, он бирюзовый. Подожди, сейчас вот эти она. Вот мне сирене понравилось. Та лучше. Та лучше. Вообще никак не хочу. Добрый, повернись. Грибок. Это женский, ребячий, смотри, вон. Вон, иди. Сейчас на речка. Ой, ты прикольный тебе. Мало. Вон какая, вон. Вот это да, вот это тебе. Есть у нас такие дома. У нас две дома. У нас две такие есть дома. Зашли в Магнит Косметик. Купил себе вот такую краску Эстель. И денечек черные. Все виски седые. Белый прям. И вот такой крем себе ночной. 12 штучек. 12. Не знаю, хороший, не хороший. 12 штучек. Попробую, короче. Ну, хороший, наверное. Маша сказала, что все хорошее. Да, Маша? Естественно. Он валяются. Мама, не Кто как? От такой жары не то, что валяться будешь. Сейчас перебивал быка. Я думал, я руки себе все сожгу. У меня руль такой был. Да? Это вообще невозможно. Я даже бросал ее кувалду. Так что, дорогие мои, теперь будем красивыми и молодыми. Это называется пуэр, девочки, мальчики. Один не пуэр. Вот это с другой стороной покажи. Это не тот. Вот это? Нет. Вот это? С цветами. Вот этот? С другой стороной, наклейка здесь, вот этот. Это что значит? С трюфелем. А, это не пуэр, да? Это, видимо, нет. Она нам даже сказала, возьмите попробовать вот это, да? Вот это она сказала? Мам, другой стороной покажи. Это наклейка неправильная, вот эта наклейка правильная. Просто с другой стороны другая наклейка. А.
Вот написано пуэр. Три пуэра. Это зеленый пуэр. Пуэр, ага. А это? Тоже пуэр. Это королевский. Вот это мы с тобой всегда пили такой, да? Да, сейчас мы вот эту пьем. Мудрость Шупуэр. Натуральный чай. Настой насыщенный с легким древесным оттенком в аромате и мягким ореховым послевкусием. Есть. Это не реклама. Вы скажете рекламу, я просто показываю, что мы купили. В таких красивых бокалах. Все-таки мы их купили. Да чай, да красота. Да со вкусняшками. Друзья, всем приятного аппетита. Чехол такой, на мы неугомонные. Куда? Мы теперь едем на речку. Сорока. Сорока-волока. Где была далеко. Люди купаются, машины стоят. У нас хорошо, даже с ближайших сел люди приезжают к нам на речку. Индийское, так что я вас с собой взяла всех. У нас Индийское море. Был индийский. Иди сюда и посмотришь на себя. Какая-то красотка. Катайся, потом я его покатаю. Опять сдулся. Да ну. Сейчас попробуем, вода. Ребят, вода теплая? Ребят, говорю, вода теплая? Да, вода прекрасная. Ой, правда, хорошая вода. Ой, как здорово. Блин, зря я купальник не взяла. Зря я купальник не взяла. Ой, вообще хорошо. Да не говори, Добрынь. Вообще красота. Нормально. Ба. А там берись за лапки. Давай. Вот. Ну и хорошо. Ребятам раздули. Посмотрите, какая у нас тут красота. Нет. Ого, как далеко. Ля-ля-ля-ля. Поплыл. Ого. Да. Молодец, молодец. Сейчас он просит его показать. Подожди. Мы забыли это надеть. Ладно. Шапку. Ладно. Ого. Посмотрите, какие у нас уже огурцы. И не один, там еще есть. Я видела. Дождались огурцов своих. Хотел уже все, говорю, не буду больше ничего снимать. Ну как же такое не снять, а? Марусь поливает. Вчераваньки выдергивал чеснок. Сейчас себе тоже выдерну, попробую. Он хороший. А мы тут занялись розами, розы поднимаем. Дорогие мои, на этом я свое видео заканчиваю. Всем нам мирного неба, всем позитива, всем здоровья, чтобы у всех все было только хорошо. А я всем говорю пока-пока. Всех вас обнимаю. Спасибо за комментарии. Спасибо за лайки, за подписку. Всем очень благодарна. Так что говорю всем пока-пока. Ваша Галюня. Если было неинтересно, не обессудьте. Все. Пока-пока.